И вот они показались с флагами России и Башкортостана. И вот такое полотнище несут. Флагами России МЧС. Добрый день, друзья! Сегодня в Нефтекамске проводится мероприятие в честь праздника Дня России. Вот там гаишники дежурят. Их заставляют объезжать. С флагами России барабанщицы там же находятся. Вот такой большой флаг России поддерживается барабанщицами в форме гусар. И, наверное, будет шествие, скорее всего. Сейчас пока колонны выставляются. Вот так вот. Красивое полотнище.